24 марта хореографический ансамбль «Акцент» Развилковской детской школы искусств отпразднует свое 16-летие. Все эти годы его возглавляет лауреат московского и всероссийского конкурсов артистов эстрады, балетмейстер Александр Гуревич. Я пытаюсь, чтобы дети не просто механически вот делали какие-то движения, а я их внутренне наполняю. Я раскрываю прежде всего, чтобы все шло отсюда. Открыл ручку. Чтобы она отсюда шла, твоя рука, не просто никакой, чтобы я механики ненавижу. Трудно поверить, но самому Александру Семеновичу в апреле исполнится 70 лет. За его плечами учеба в ГИТИСе, работа в различных танцевальных ансамблях и в Москонцерте. В 2001 году с его приходом в Развилковскую ДШИ здесь было открыто хореографическое отделение. Александр Семенович очень ревностно относится к качеству своей работы. Если номер не отрепетирован, если хотя бы один ребеночек танцует не в музыку, номер не будет выпущен на сцену. Это качество присуще Александру Семеновичу, одному, наверное, из немногих хореографов, которых я знаю. Он борется за каждое движение, за каждый шаг. Опытный хореограф не только привил любовь к танцу сотням мальчишек и девчонок, но и собрал коллектив, принесший родной детской школе искусств уже немало наград. Каждое твое па, каждое движение – это ты о чем-то говоришь. Что-то. И я, сидящий в зале, совершенно не знающий, что такое, я должен понимать, что ты выражаешь своим движением, своим танцем. Да? Ну, удается. Сколько времени я вынимаю из них душу вот отсюда, чтобы они действительно это делали. Ученики на каждое занятие приходят как на праздник и готовы заниматься танцами часами, оттачивая свое мастерство. Говорят, их руководитель хоть и требовательный, но очень добрый. Он очень грамотный, он очень давно учит детей хореографии, и он, мне кажется, что он особенный. Он придирается ко всем детям, чтобы они хорошо работали, и если какие-то ошибки, он старается их как можно быстрее исправить. Я получаю большое удовольствие, домой прихожу с хорошим настроением после танцев, мне очень нравится заниматься танцами. Как ты думаешь, это вот во многом благодаря педагогу в том числе? Да, благодаря педагогу. Он очень добрый, всегда хорошо объясняет, никогда не ругает ни за что. Когда с ними занимаешься, вы знаете что? Никакое притворство, они чувствуют все. Ничего не... Я должен с ними гореть, я должен показывать, что это тоже очень интересно. Это замечательно, что... Ой, как я им завидую, как хорошо вы сделали все. Конечно, и кнутом, и пряником всего надо добиваться. Сейчас ребята готовятся к участию в областном танцевальном конкурсе «Подмосковье». Также в ближайших планах ансамбля и его руководителя большой сольный концерт из 12 танцевальных номеров. И, как уверяет Александр Гуревич, совсем скоро мы увидим это представление. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.